Всем привет! Сегодня приготовим булочки синнабон. Для этого нам понадобится сахарная пудра, сахар, молоко, мука, масло, дрожжи, корица, яйца и ванильный сахар. Для начала наливаем 200 мл молока. Далее выливаем молоко в кастрюлю. Подогретое молоко добавляем дрожжи 11 грамм. Далее пол чайной ложки соли и все это перемешиваем. Добавляем пол пачки ванильного сахара. После добавляем 75 грамм сливочного масла, лучше растопленного. И все это перемешиваем. В отдельную миску выбиваем 2 яйца. К яйцам добавляем пол стакана сахара и все это тщательно перемешиваем. Далее соединяем две наши смеси. Все тщательно перемешиваем. Далее добавляем 4-5 стаканов муки. Нужно смотреть по консистенции теста. Тесто ставим на 1,5-2 часа в теплое место. Оно должно вырасти в 3 раза. Далее мы займемся начинкой. Высыпаем 1 стакан сахара и добавляем корицу. Я добавила 2 упаковочки, а так нужно добавить 4 столовые ложки. После я добавила в корицу с сахаром масло и разогрела в микроволновке и перемешала это все. Но можно сделать по-другому. Можно смешать корицу и сахар и оставить себе в сторонке. Когда будем раскатывать тесто, наносить сначала масло и на него высыпать такую смесь. Но я воспользовалась другим способом. И готовую нашу смесь я отправила в холодильник, чтобы она немножко загустела. После того, как тесто отдохнуло, делим его на две части. Далее тонко раскатываем наше тесто. После наносим нашу начинку. Размазываем начинку по всему тесту. Аккуратно сворачиваем наше тесто. Разрезаем тесто на равномерные кусочки, примерно 1 сантиметр. После выкладываем наши синнабоны на противень и даем им постоять минут 15. Для глазури берем 1 пакетик ванильного сахара, 1,5 стакана сахарной пудры, 75 грамм масла и 3 ложечки сметаны. Все это перемешиваем в однородную массу. Тем временем наши синнабоны испеклись в духовке 20 минут на температуре 180 градусов. Выливаем нашу глазурь. Вот и готовы наши синнабоны. Всем приятного аппетита!